Мероприятие прошло на базе Дома творчества «Луч». Для самых юных участников дорожного движения, воспитанников детского сада номер 7, было организовано шоу. Во время танца с зеброй инспектор показывала сигналы светофора. На красный свет ребята должны были застыть на месте, на желтый цвет активно хлопать в ладоши, что означало приготовиться, а на зеленый цвет все вновь пускались в пляс. Шоу привлекло внимание прохожих, многие с интересом подключились к игре.